Детский летний лагерь «Альтаир» на базе Лопатинской школы в этом году посещают 150 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Всего 5 отрядов. Для каждого свой класс, где у школьников проходят занятия. Утром мы встречаем деток в 8 часов утра. И далее у нас идет линейка, построение на линейку. Далее зарядка, утром завтрак. И далее начинаются доп. Образования. Дополнительные занятия идут с 9 до 11:30. В лагере работают 5 кружков разных направлений. Основной принцип – смена деятельности. Спортивные мероприятия чередуются с творческими. После чтения – музыкальные занятия и интеллектуальные викторины. Мне нравится в лагере, потому что у нас есть игровые площадки. Нас выводят на улицу, мы играем на улице, в спортивном зале. Сейчас мы узнали, что помощи телефона у нас силы становятся меньше. И не зря нам говорят родители, что меньше телефон надо пялиться. Поэтому я говорю, что все жители города меньше пользовались телефонами, планшетами, компьютерами и другой техникой. Ангелина Парсегова уже второй год проводит первый месяц своих каникул в пришкольном лагере. Девочке особенно интересны занятия по декоративно-прикладному творчеству. Очень нравится, потому что добрые вожатые нас вкусно кормят, устраивают конкурсы. Мы там лепим, рисуем, поэтому мне очень нравится в лагере. Досуг в летнем лагере дневного пребывания насыщен увлекательными экскурсиями и приятными встречами с интересными людьми. Приезжают или Видновская библиотека к нам приезжала, и музеи к нам, и театральные постановки, и 3D-фильмы и так далее. То есть мы ездим на экскурсии постоянно, деткам есть чем заняться. Побывала в Альтаире и проверила качество отдыха детей депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Кокоева. Мне посчастливилось 4 года подряд принимать участие в комиссии к приемке лагерей к учебному году, а именно к летнему оздоровительному периоду. И все документы педагоги всегда подбираются очень тщательно. Смена продлится до 9 июля, и за это время мальчишки и девчонки, несомненно, смогут получить заряд бодрости и хорошего настроения на следующий учебный год. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.